Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Давайте ответим на вопросы, которые вы задаете. Почитаем комментарии. Итак, начнем. Так, ну что тут у нас? Аналитика по каналу. 30 288 активных. Ерунда. Итак, комментарии. Без моего ответа галочку убираем. Светлана Савельева, 51 минуту назад. Петрович, может, у вас есть видео на тему красной волчанки? Неделю назад поставили диагноз. Я в шоке. Ищу ответы и не знаю, с чего начать. Извините, не в тему, конечно. Ну, почему? Как бы сказать, в тему. Что касается красной волчанки, я уже встречался с этим заболеванием. И причем успешное его разрешение. И я рассказывал о нем. Поэтому это кратко отвечу, что труда, конечно, надо будет приложить огромное количество. Грамотного труда. Одна знакомая, ну как знакомая, мы дружили с семьями. И у жены моего друга была, естественно, сестра. Сестра вышла замуж. И вот она как раз со временем там заболела. И вот она очень много всякого якого использовала, но тем не менее избавилась. Там какие-то очень сложные явления были. Но человек прошел через все это, вот кремень. Жизнь круто изменилась у нее. Брак распался. Детей нету. Но вроде как она здорова. Так что красная волчанка. Что вызывает красную волчанку? И начинайте работать. То есть от красной волчанки есть какой-то возбудитель. Вот и начните искать, откуда идут ноги, что за возбудитель, как это все это произошло. Раскрутите ситуацию и потом начните ее рубать с помощью тех или иных оздоровительных средств, средств против паразитов и так далее. Здорово, здоровья, от чаря кончились. Спрашивай, богатырь, ты что ли, мамы, привет, будь здорово.